Куда делась Эрин? Мы решили идти к маяку. Она это знает. Где же Эрин? Она крепче, чем ты думаешь. Вдруг она ранена? Не надо метаться. Так мы сделаем только хуже. Нет. Действуем по плану. А может, если она не сможет по плану? А так куда? Я не знаю. Типа, если там, будет, ну, там сзади, да. Если там будет съебаться просто, стоит, наверное, поискать ее, потому что она как пить дать сдохнет. Блин, если честно, тут выглядит все так, как будто тут достаточно свежо для того, чтобы гулять в футболке. Это нормально. Она же как очок, она там... И чё? Она закаленная. Может быть, она в прорубь ныряет. Отсирается, звенит. Это... Это просто... Окей. Она просто тупик. А что он может, нет? Может, прыгнуть? Нет? Нет? Там ничего нет, по-моему. Ну и что? Нет, что-то вот есть. Что это такое? Сейчас узнаю. Лучше не стало. Это что? Это кошелек, рукав. Что это такое? Это самолет? Это чайка? Это Супермен? Это Супермен! Это следующая игра, видимо. Я не знаю, что это такое. Окей. Я реально не понимаю. Чат, скажите, что это такое? Чат? Короче, люди в комментах. Да. Пишите в комментах, что это такое. Ставьте лайк, подписывайтесь на канальчик. На Бусти, на Бусти. На Бусти. Мы на Бусти будем. И на Бусти мы тоже будем. Мы на Бусти не будем. И я на Бусти есть. А он на OnlyFans выложишь? А Бусти это лучше вроде, чем OnlyFans. Да? Я не знаю просто. Это надо на кота подвесить камеру, чтобы он снизу так, посмотрел. Так, а нам туда? Я думала, снаружи будет не так страшно. А нам туда или туда? Непонятно. Видимо, туда. У нас что-то трещит. Что там такое? Вот где трещит, там... Вот я думаю, нам вот сюда. Вроде нам не сюда, поэтому я пошла сюда. Нам вроде вот туда куда-то, да? Нет. Нет? Ну просто есть еще вариант туда пойти. Я думаю, сюда. Если что-то треснуло, значит сюда. Нет, я знаю, тут тоже есть. О, видишь, тебя обведут. Ты можешь не нагнетать. Не видишь, мне так страшно. О, я думаю, это пятерочка. Да, пятерочка. Ну так я назад тогда пойду. Идеальный манипулятор. Ну, потому что там еще можно было что-то посмотреть. Тут ты должна была вспомнить, ну, про Татьяну. Твой, конечно, самый лучший. Я боюсь, что Чарли отдам, чтобы сейчас быть в Татьяне. Мы сейчас узнаем. Жопа. Жопа. Плоская. Жопа. У африканцев, у негров не может быть плоской жопы. Видишь, мне можно туда. Ну, сходи. Черная жопа. Вау. Черная жопа, это же черножопая. Просто. Вот куда мне? Туда или туда? Да куда-нибудь выбери. Какой домик мне? А смотри, фермерский дом. Ну, какой-нибудь выбери. Тогда я пойду сначала туда, потому что это не фермерский дом. А первое, а сначала что было? Убежать от Дюрекса. Да. А второе, смотреть фермерский дом. Это сейчас, а первый раз, когда только появились. То же самое. А, найти Эдит. Так, Эрин. Эрин. Да лучше найти надо. А там было прям написано. А, по-моему, нельзя никуда забраться, нет? Ну вот я вижу, здесь нет маяка. Мы как бы вроде как идем к маяку, а это нифига не маяк. Это какой-то маленький. А, тут вообще дырка в мосту. Да, мне кажется, нам сюда. Здесь чтобы осмотреть. Пробраться надо. Капец, ты пробираешься, у тебя... Вот смотрите, вантил, как она руки вантил держит. Вантил Дауни, можно было сдохнуть на этом месте. А, Катюха и сдохла по первому игроку. Помнишь, что ты первый персонаж ехал? Там есть... Вот так вот, да. Обидно. Ну, представляешь, у нее бы не было отвертки. Это вот тот самый момент, когда ты расслабился, а игра такая... А. Не расслабляй. Да, отвертку отдай. Это первое, это вообще первое, куда ты ехал на таком задании. Ну, конец, наверное, уже близок. Нужно открыть дверь. Рука мне нравится очень.
Нужно открыть дверь сарая. Да, вот чья-то рука. За сараем ключ от сарая. У меня теперь есть сарай. Теперь можешь с главным входом врываться. Сарай не дам. Надо открыть сарай. Блин, вот за отвертку обидно, конечно. Вообще. А если бы ты упала, отвертка сейчас осталась, не было бы обидно? Сейчас в сарай отвертка. Ну, если бы я упала, я бы выплыла. Это хуй знает. Да, там вдруг там камни. Я умею там, плавать. Да, или тебя Виндиго бы снизу сожрал. Плавай. Виндиго же не любит воду. Они любят мясо. Ты чё? Твою они ж там мать. Этот... Там баба-то, помнишь это? Она ж плавает. Посмотрите, как у неё блестит лысина. Живому или мёртвому? А я откуда знаю? Опа. Что это такое? Секрет. Найден секрет только. Мужчины? А я думаю, это мужчина. Да, я тоже думал, что это баба. Ну ладно. Без руки. Без рук. Без рук. Без рук. Все? Отлично. Знаешь, что я из-за тебя потеряла отвертку. Вонючий ты труп. Я думал, это она мама. Все? Видимо, да? Сейчас еще что-нибудь проиграю. Давай, только фонарик у меня остался, забери у меня все. Нет, у тебя еще что-то есть. Блин, фонарик-то не буду забирать. Блин, то, что отвертки нет, это, конечно... Да не факт, что она пригодилась еще. Что-то мне подсказывает. Ну, что да. Нужна была бы. Ну, справедливости ради, да, тут особо больше ни у кого вообще ничего нету, кроме отвертки. Тупо отвертка на весь золото. Там, знаешь, типа, чтобы победить, вам нужна была отвертка. Пиздец. Поэтому поднимайся на свой этот маяк. Ну, или ракетница. Она была за сараем. А ты еще и с бабой со своей посралась? Я вот, не там. Сралась. Ну а где она? Ты на нее напиздела. А я на нее ни разу не пиздела. В смысле, ты еврейка напиздела на себя нигершу, что не помогла. Ма. На себе. Беги. Беги, сука, дорогая, беги! Беги. Нельзя туда пройти? Взорви это. Коко. Коко. I'm in love with the coco. Ай-яй-яй, Коко Джамбо, ай-яй-яй. То, о чём он поёт. Так, ну ладно. Ладно, здесь уже дохера темно. Там кто-то трахается, по-моему, по звукам. Или это половицы скрипят. Там... О, муха. Крыса. Муха, неважно. Крыса. Значит, можно что есть? Значит, есть что пожрать. Половицы скрипят. А может быть, я могла этой отверткой убить Эрин случайно? Или Кейт. И хорошо, что я ее выронила хером собачьим. Половицы скрипят. Ты чё, бля? А чего деревянные все понимают? Слышишь? Там скоро что? Придёт вроде... пиздец. Кто-то скулит. Это... Щабака! Он тебя хочет сожрать. Или нет? Если... А, он же там резал собак. Бедолага. Что с ним? Он попал в ушко. Ну, типа его привязали специально. А мне? Ты можешь его отцепить. Он его не любит. Прячься или помоги мне? Помоги мне. Помоги мне. Помоги. Да, пёсер явно чувака не любит. А, я думал, они его отцепят, чтобы он покусал мужика, блядь. Да не, мужик же его убьет. Yeah. О, топор с топором, блядь. Тише, мальчик. Я тебя не трону. А, кстати, у того не было топора? То есть их реально двое. Кто был? Помнишь, он за нами бежал? Да, я имею в виду, когда он к нам приходил, когда вот мы были с Марком. Я думаю, стоит отпустить собаку, если что. И да, он же что-то на собаку, то что-то она была. Либо заточку взять, которую только что видел. Розочка. А, ты у... Что? Я думаю, не надо. Нет, 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 не надо. Писали. Не буду. Ну,
Нет, 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 нет. Отведи вообще куда-нибудь подальше. Вот так нормально. Локоть. Ну ты же не убийца. Я могу. Но он не знает только. Ну там собака и чё. Привет. Нет. Он писал. Он тебя убил? Я не понял, что. Неизвестно. Да? Да. Надо резать. Да. Джейми! Почему? Как, блядь? Главное, чтобы сейчас Кейт не убил. Окей. Надо было убивать собаку. Да, все-таки. Надо было резать собаку. Блядь, короче, все идеи оказались тупыми. Жалко. Ну, на самом деле, он же не знал, что там была собака. И то, что ты ее не убила. Ну, собака живет. Может быть, собака потом поможет. Может быть, да он... хуй знает. Может быть, он убил ее, потому что она, типа, Кейт бросила. Хотя Кейт и не сказала беги. Да хер его знает. Мне кажется, вряд ли. А я думаю, знаете, что? Что? Может быть, потому что... Может, потому что они Эрин бросили. Там же было написано найти Эрин. А как, а где мы могли ее еще найти? А, в лесу. Получается, так, смотри. Я вообще за кутки за. Точно? Да, я везде. По-моему, назад не заходили, мы там еще в один кусочек не прошли. Ну, типа, я не знал же, что. Сергей! Тебе помочь? Эрин, охренеть! Ты жива? Эрин, слава богу, ты жива. Помоги. Давай сам. Где Кейт и Джейми? Видела их? Знаешь, где они? Я потеряла их в лесу. А потом мне было страшно возвращаться за ними. Прости. Ничего. Все будет хорошо, Эрин. Они придут. Я нашла вход. Пошли. Нужно идти, ребята. Отлично. Молодец, Эрин. Ты с нами не идешь. Что? Ты... Я слышала вас с Дюметом. Ты все подстроил. Ты хотел, чтобы мы умерли. Эрин, ты с ума сошла? Я бы никогда... Мне можно доверять. В 70% случаев жертвы знают убийц и доверяют им. В 79. Но я точно не убийца. Наше шоу в жопе. А тут такая потрясающая идея. Съемочная группа снимает, как их по очереди убивают. Ну, не, я думаю, что это специально воздействие было на эту бабу. Да, да, да. Потому что, ладно бы, если только Чарли, но еще этот Лорет. Надо связать его, пока ждем помощь. Да не. Он или сам нас убьет. Все понятно. Я буду решать, сейчас останется дед или нет. Мне бы тихо! Но ты меня не убивал, поэтому что там зверей не верю. Я верю этому. Нельзя отпускать Чарли. Стой! Я работаю с Чарли уже давно. Он мелочный эгоист. Это и, конечно, ему на нас насрать, но... Все так. Ну да, 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 да. Я сама все слышала. Я понимаю, но... Может быть, это какой-то трюк? Да. Да ладно? Да. Не бойся. Марк самый адекватный там из всех. У вас крыша едет. А я просто почти сгорел. А ты мне, походу, тоже любишь. Как там подвигать? Никак. Здесь нету. Отлично. Вот здесь бы. Чё? А нихуя у нас с тобой было отношение говна просто. Они только что почти чуть, до середины. Чуть-чуть получше почти стали. Почти до середины нормализовали. А смотри, какие... Нет, у вас были хорошие отношения, только потом пук. Стрип. Ниже полоска, какие были. Типа были, стали. Да, с Джейми ничего не изменилось и не изменится. Ну как, найдет там труп. Какая же это блоха. Чёрный. А где мы так с ним это не разошлись? Возможно, когда ты говорил с Кейт. Да, просто вот насрали мне. Так я же не выбирал там, что говорить. Ну, а все равно... А, нет, я выбирал. Я там это нализывал. Улучшал отношения с бывшей. А, когда он вышел, вы чё, бля? Да, 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 да. А я упал сейчас, и мне никто не помог, да? Понял. Ну-ка посмотрим, как тут все работает. Вообще не работает, темно пипец. Блять. О!
Кайф. А вы смотрите, она не загорелась, пока он не сфоткал. Все так. Не-не. Да. Она не светила. А, ну это монетка ебаная. А что, может, куда-нибудь потратил монетку уже? Или это как? Я думаю, в меню 69, больше не набираем. 69. Как они работают? Я предлагаю 1400. Я думаю, там открывается что-то в главном меню, какие-нибудь арты, еще что-то. А, ну точно не так полезно. Блядь, да. Выглядит как говно. Выглядит как место, где может стоять стол со стеклом, торчащим. Серега, нажми на тачпад. А, переключись куда-нибудь. Ну, R1, в смысле, нажми. Здесь нельзя открыть ничего. В кучу космоса. Ой, сейчас, а еще сейчас, дальше. Сейчас, да. Секрет тоже нет. Моральные принципы. Ну, что они делают вообще? Тебе просто показывают, ну, это выборы, которые ты мог сделать. Кстати, мы все открыли почти. А что, может быть, что-то не открыть? Джейми воспользовалась отверткой, стеклянная стена ее не раздавила. Джейми не стала спасать Кейт на крыше. Ну, то есть, типа, выбираете. Причем Джейми не стала спасать Кейт на крыше, это даже не выбор Джейми был. Да. Ну, это было тупо. Вот это было вообще максимально тупо. А этого еще не было? Все еще не было. А, ну, ее не будет. А так и не будет. А, понятно. Этого тоже не было. Ну, с лодкой, очевидно, будет в конце. Это маяк, да? Маяк. О! Вот, типа это говорю. А, то, что споткнулся, упал. А это когда? Вместе, вместе. Видишь, типа, что нужно остаться вместе. Угу. Ну, типа, мы уже сделали этот выбор только что как раз так. А как дальше-то продвинуться куда-нибудь? Ну, пролистай. А, на стрелочку, нет, на стрелочку. Управление L. Сейчас. Вот теперь двигается, зависит в прошлый раз. Этого еще не было. Мне нравится. В маске. Нужно быть в маске, короче. Говорю, маску оставь себе. Насквозь. Блять, ну. Это кто? Это я или это. Нет, это Марк. Я понял, кто его прижимает? А, это челик убийца. Челик прижимает его на топор. На топор. Это не стекло. Он а, это топор. Да. Да. Это сейчас, когда он заходил в дверь, стало понятно. Это уже прошло. Боролась, ну это вот, это вот у нее были руки да, прижаты да, и. Да. Ну, это тоже не в принципе случилось. Ну ладно. А что тут? Есть смысл смотреть? Я думаю, что дырок, нет. Это мы уже все видели. Гостями отеля, колесо, все понятно. Такая хуйня. Ну, это просто маленькие описания, если хочется почитать. Мужчина. Ну, короче, хуйня. Это типа сюжетная. Ну, она даже не сюжетная, это просто маленькие дополнения. Ну, ты находишь по сюжету. Да. Ну, типа, чтобы тебе было интересно. Ну, вот смотрите, лежал мужик в этом. Мы не знали, что это, да, мы такие постреляли оба. Так что это за мужик? Почему из него не сделали аниматроника? Почему его вообще убили? У него, руку отрезали просто. Почему? Да, видимо, только рука подходила для аниматроника. На остальное забили все. Хуй. Или ему отрубили руку, а он сбежал. Так должно быть. Наверное. Нет. Сейчас загрузится. Улики. Полиция Шикаго. Комната для хранения улик 1612 West Street. Дело номер, улика номер 21, дата обнаружения, 98 год. Опа! 6.00. Я, офицер Фрэнк Хупер, обнаружил, что один или несколько человек проникли в комнату для хранения улик по адресу 1612 West State Street. В 92-м. Среди пропавших вещей было имущество, найденное в квартире бывшего агента ФБР Гектора Мюнде, включая книги, одежду, записи, хирургическое и стоматологическое оборудование. Наша текущая версия, что это было результатом действий охотников за сувенирами, которые искали памятные вещи из этого дела. О, охеренная текущая версия. Конец отчета. Да, пиздец вообще. Это он же и был ворвался. Стоматологическое оборудование. Да, знаешь, эти, блядь, чуваки, которые такие... Может, они на eBay все это были? Ну, это у нас на eBay, по-моему, хотят это так. О, еще одна карточка. Тут что написано? Рэтом Дюмет, художник. Вон мне Виталий звонит. Кто? USA? Да.
А, у меня никогда с Виталием не соединяет. Алло. Так, короче, Виталий, если ты когда-нибудь увидишь это видео, вот я всегда так, я тебе отвечаю и никогда не соединяет. Я тебе перезвоню чуть попозже. Креатор, здорово. Сейчас этот кусочек пройдем. 2 из 5, наверное. Остальное мы не найдем. А это как раз вот эти вот визитки. То есть изначально мы нашли кого? Не помните? Я не помню. А кого-то, может, посмотреть можно? Это только в секретах. Ну тут сейчас в новом. Это не найти. Да. Нахер. Подожди, а тут есть другое. У нас же всего 5 секретов. Ну это 5 визитниц. Визитниц. Типа там написано, что Дюме один художник, а второй хуй знает. Второй был кто-то, а да. Второй сапожник. Так и чё, 5, что ли? Всего 5. Блять, их 5 может заявление быть. Заявление об увольнении, журнал, приглашение, торжественное мероприятие, недоступно, счет, фото из отпуска, анимационная, Джон Морелло, запись. Мне кажется, они могут быть еще отдельно. Журнал, планшет, обручальное, жетон недоступен, недоступна, статья недоступна, жетон полиции недоступна, детская медицинская туфля, каблук недоступна. А видишь, они вот соединены должны быть, недоступна, видимо. Недоступна запись 5. Допроса, письмо о маске, прошение к завещанию, список псевдонимов, вырезка где... Так, ну-ка, подождите, это что за список псевдонимов? Фотографии, место... Да, то есть, ну, забей! Нету, да, никто забей, не... Забей, забей. Марк. Текущее здание, смотрите на эту картину. Нет. Ну ладно, я хуй знаю, кто-то где. Ой, там было кусок обоев, похож на Ваджайну. Еще красный подсвечник. Поехали, поехали, я жму. Картинку так плющит, когда ты делаешь чик. Да, там вообще все. Эпилептикам плохо. Осторожно. Там еще и FPS просаживается периодически. Испытываешь мой PlayStation 4. Я надо дожить до конца этой игры. Больше я не буду мочить. Я тебе говорю, давай мочить. Давай прошку притащим. Ну, если что, вот твою возьму там. Посижу такой. Что-то блестело слева. Это что? Поплавок. Это ключ от маяка. Это от лодки ключ. О! Похоже, на острове есть еще лодка. Вот я тут сюда, да, ты не хочешь? Что нет, да? А нет, вот что есть. Собака. Марк и Дженнифер Эдвардс. Блять, она в 3 подхода прогружает. Ты же отсюда пришел? Это нет, маленькая коморка какая-то. Кажется, там маленькая коморка, да, это не та, из которой я пришел. А тут вот здесь я, ты... Я вот оттуда пришел. А, да? Да. А это что за говно? Ничего нету, да? Да, это счастье клаустрофоба. Вау. Просто что-то. Тут рисуется его фото. Реально. Ну иди, блин. Вот. Может, тебе что-то мешает? Что? Ничего. Огромный мне... хуй. Мы же про игру говорим. Ты зачем реальность-то приплетаешь? Да, да. Кларенс, думаю, стоит сообщить тебе новости, ведь ты не проезжал... Не приезжал ко мне уже 6 месяцев. У тебя родился сын. Несколько недель назад ты мне нужен. Я не справлюсь в одиночку. Мои родители помогают, но они уже совсем старые. Кларенс, пожалуйста, вернись домой. Мюндей. Но это вот типа третий, кого она не сама повезла. А это 40... Какой там год? 45-й был? 65-й. А, 65-й, извините. Так это уже та вот мама пиздила, которого... Которого пиздила, она которого не любила, ненавидела всей душой, которого дед с бабкой привезли. Потому что она устала от него. Это не факт. Может, он вообще не родной, может, там он сдох, а эти бабка с дедом подсунули. А вот. Почему 5 визиток? Может, там 5 детей, на самом деле, было? Может быть. Нарожала просто? Твою ж мать! Кошка ебаная. Уж лучше собака. Нихуя! Как показала практика, нихуя не. Джейми такая. Ребят, сорян, я весь сорсил. Все хорошо. Тебе еще дать? Нет, не надо. Я еще съем. Я еще. Так оно и работает обычно. Вообще без сыра жить — это себя не уважать. А что тут? Что тут? Что-то сзади, наверное. Опа. Лестница. Лестница спряталась. Она такая стоит перед тобой, такая, я тут. Что тут? Что тут такое? Конечно.
А меня-то мы не заметили. А где эти? А мы уже на маяке? Брат с сестрой, акробаты мои. Я хз, где мы? Какое-то здание перед маяком, по-моему. Это маяк. Это маяк. Это похоже на здание маяк. Мы пиздуем наверх так далеко, потому что это маяк. Кажется, что да. Ну нет, есть башня просто, если плохо. Кстати. Нет, это маяк. Крестик. Это ж муя. Че он так тупой-то? Отвечаешь? Мне кажется, просто плоечка, возможно, это уже. Дело не в плоечке. С плоечкой все нормально. Игра тупит. Игра. Пиздец, блядь. О, да, это реально, да, согласен. Ладно, поверю. Как негр, залезший на какую-то верхоту ебаную, я пошел смотреть. Как негр, у которого... Нет, тут где-то должна быть... Фобия? Нет, ракетница. Там что-то было, можно было чекнуть. Ну да, вон можно было пройти, да. Да, бля. Рискнешь? Хочешь какую-то яхи прожимать сейчас? Да не, все нормально будет. Треугольник сверху. Don't look down. А кто у него получше здесь голос, чем в озвучке? В озвучке не слышно. Так он нравится мне. Суета, мне не нравится. Суета. О, это то, что нужно было, да? Это ракетница. Это тот самый шкаф с ракетницей. Это федеральное преступление. Блять, оставаться здесь — это федеральное преступление. Жахай. Точно? Да. Или нет? Все хорошо, блядь. Крепкие перила. Педрила. Это значит что? Что все? Хорошо. И что это означает? Все, теперь маяк включен, иди к пульту. Да мне кажется, он не включен, ничего. Ну, там загорелся пульт. То есть мне сюда по-любому надо будет. Угу. Ну вот, видишь. Давай, куда их все равно могут быть готовы сейчас. Это вдруг там, не знаю, на структуру пола повлиял. Хуй знает кто. Треугольный квадрат. Все. Блин, такой угол камеры, конечно, был неприятный. А что, а нахуя мне включать маяк, чтобы он знал, что я на маяке? Чтобы послать сигнал! Жмем? Угу. Да. Давай. Ау! Че, ебать не надо? Сейчас как въебало засунуть. Ага! Как закрутиться должен? Вот он не начинает. Все, спускайся вниз, ослепленный. Типа приеду сюда. Маяк же работает. Теперь сейчас сюда придет дядька с топором и насадит меня на топор, блядь. Ну, они бы хотя бы знали, там, сигнал СОС бы маяком. А, ну, кстати, вот где-то здесь... И вот где-то здесь, собственно, тебя и насадят-то на топор. Ладно, ребят, я сразу извиняюсь, если катафалку уйдет. Так, сейчас подождите. Марк? Маяк. Марк? Твоя жизнь зависит от катафалк. Да! Кот! А? Блядь. Я тебя убью. Кот, я не хочу тебя убивать. Но лучше, если, мне кажется, в ближайшее время ты возьмешь этот управление. Контроллер? Контроллер. Потому что я не хочу тебя убивать. Я здесь! Вот. Лучше возьми сам на всякий случай. А чё? Так нечестно же. Ничего страшного, ты типа, не потом... чтобы я сам за себя отвечал? Да, а если я тебя убью случайно? Ничего страшного. Главное, что не ты, видимо. Просто тебе, блядь, будет обидно, если ты умрёшь. Нет. Я уже наигрался, у меня нихуя на маяке сколько действий было. Я уже пожил своё. Это ты. Я тебя не ждала. А, это бабка эта. Ладно, давай. Ты для разнообразия. Если... Кис, всё в порядке, я не обижусь на тебя, всё нормально. Ты сможешь, поверь. К тому же, да, погнали. Ты, блядь, ведьмак, который собрал все комплекты брони. Самый главный старьёвщик мира. Я надрочилась. Вот именно. Прям как дома. Пусняшка. Да, вот стоит немытая посуда. А все назад нельзя. Чё, то есть тебе можно типа надо мной шутить? Да, мне над тобой нельзя. Это ты клёво придумал. Знаешь что? Окей. Сколько я там не мыл? День? Неделю. Нихуя себе неделю, это ложь. Это клади. Ёпа. Так. Ой, на кладбище Святой Екатерины сейчас будет. Открывай заново. Это было письмо о скрытой могиле, можно не читать. Там все было написано слева сверху.
Могилу вскрыли, кого-то забрали. Мамку, видимо. Давай кого? Чёрч Роуд. Уважаемый мистер Мендес, спешу сообщить о проблеме с участком, поскольку в документах указано ваше имя, обязан уведомить о недавнем инциденте на участке на гробе. Да, так это он, он да, он выкопал мамашу. А, нихуя. Такое, пиздило меня, пиздило. Блядь, теперь я тебя спизжу. Теперь я тебе, блядь, вставлю. Аниматронику. Аниматронику, да. А вон она, нет? Да, да, это, да, она. Да, это она. Это она? Да. Угу. Ой, бля. А, ну, видимо, я могла сюда прийти, да, раньше. Да, видимо, да, сзади могла прийти и испугаться. Иди, давай, работай. Нихуя не понятно. Так, давай, вот это вот. А чё я сам-то? Ты не страшно. И чё? Страшно. Давай я тебя подержу за лапку. Блядь, ребёнок. Ты сможешь? Да всё нормально, там ничего страшного не будет. Будет дохуя страшного. Нихуя, он ей челюсть заменил. Он хороший хирург. Стоматолог. А, всё. Нет, там ещё можно. Ну, у неё какая-то книжка ещё. Еще посмотреть? Да. Да не, вон дверь. Да, дверь, да не дверь, было там дверь, ничего. Дверь, лучше дверь. В дверь сразу. Ой. Или по классике дверь закрыта? Не бойся, все хорошо. Это просто игра. Нихуя, нихуя. У тебя еще день. Это жизнь бы. У тебя еще 9 жизней. Ну, слава богу, это не жизнь, блядь, по-моему, какая-то хуйта еще. Значит, наверх. Значит, наверх. Ладно, если там ты появишься, то я тебе передаю. То есть, понятно, что я не хочу, чтобы ты умер. Я думаю, у тебя не будет особо времени. Я самоубился. Да. Я хочу, чтобы, да, ты самоубился. Просто, когда будешь передавать, скорее всего, он за это время умрет. История жизни. Я хочу, чтобы... Опа, все, Катя, это все, это точка невозврата. Так. Сейчас, ну все, давай. У тебя все, тебе Сережа нарисовал все. Подыши. Давай. А что давай, сама? Ну кис. Ну, блядь. Все в порядке. Ты ведьмак нахуй с винодельни. У тебя даже своя бабка на кухне. Как у этого мужика. Минуты два. Спаси мужика. Это твой мужик, это твой мужик и в реале, и в игре. Не факт, что это придется делать даже. Спаси свою жопу. Слава богу. Сейчас еще. Это ты. А, еще я здесь нормально. Так вы там все вообще. А где Марк? Все, Никита, Стас. Все нормально. Турбо. Гена тут за Дюшем и Телкиным. Марк? Ответь, ты слышишь? Нет. Вот, ну блядь. Все хорошо. Мне передадут управление, если будет нужно. What the fuck? Как ты здесь оказался? Я не видел пизды, да? А как ты... Что, на чем вообще закончилось? Марк! Нет, это аниматроника, нет? Я думала, ты погиб. Что случилось? Вот именно, как он здесь оказался? Нет, он здесь оказался, он спустился же. А нам показали, что он смотрит в окно, а за ним этот хер. Смотри, блядь, дед-то вообще боевой. Дед охуенный. Я пиздов так надаю, так надаю. Ты все хорошо, ты все хорошо. Держи тебя. О, красотка! А тебе мало ебал! Боже мой. Чё, боже мой? Ну так, лодка там, хуя моё. Всё? Ну я надеюсь, что всё. Не переживай, не переживай. А, ну там мы все собрались, слушайте. Сейчас будет передаваться, может, контроллер. Сейчас, скорее всего, так и будет. Ну как мы с Сережей в прошлой игре друг другу передавали и хуялись? О, поехали. Слава богу, да. Слава богу. Иди сюда. Ты противный, пиздец. Да почему противный? Да почему противный? Всю игру сама прошла и ты противный. Вы готовьтесь, сейчас будет, скорее всего, каждому передача. Типа это последний забег. Ильяс. Яс. Блять, вот за Джейми обидно, конечно. Что на лодке делать будем? У меня ключи. У меня ключи. А у тебя ключи? Что на лодке будем делать? Ехать. Главное не в скалы. Да, нам надо перед скалой будет спрыгнуть, очевидно. А там чувак где был без этого, без... С топором. С топором был? С топором. С топором. Он наверху тоже был с топором? С топором. С топором. Все, Вика поиграла? Да. Да. Это было потрясающе. Опа. А полиция? Видите, полис! А-а-а. То есть, видимо, там какие-то моменты вообще скипнулись.
Это может быть он приехал. Не. Он же там два типа мужика. Хурма какая-то. Он же всех полицейских, кто приезжал, убивал нахер сразу. Он такой, этого сейчас ёбнет. Такой, Гарри, у тебя проблемы возникли с убийствами? Помочь? Да-да-да-да-да. Мне кажется, он и его ёбнет, если честно. Какого чёрта? А, нет. What the fuck? О. А чё там? А ну, руки вверх! Сейчас же! Ну да. О, о, Мюррей. Он убил их, получается. Всем молчать, я сказал. Руки держать на виду. Да вообще хуйня вопрос. Хорошо, что вы здесь. Помогите нам. Пока я все не выясню, не шевелитесь. А там... Да, горит. Тревога сзади. Сэр, сэр, обернитесь. Лодка. Так не сработает. Вы серьезно? Не, ну бля. Ну а как, ну а к чему? Звучало как говно, если честно. Но теперь не думаю. Бай. Нормально. Зато есть пистолет. Который сейчас еще выстрелит. Боже. Нет, нет, нет. Хорошо пролагало, мне понравилось. Главное, чтобы так не накупили. Как, блядь, в прошлый раз у меня до сих пор жопа горит, блядь, с того раза, когда 3 секунды лага, я взрывчил уже. Бежим. Кто-то видит пушку. Пистолет! Нет, да зачем? Блядь. Опа. Что-то полезное взял. Блядь, не надо, не делай так. Если я сделал плохо, я буду так детство. О, бля, то есть из-за меня нормально все было. Типа, нет. Это Микино решение, это не Кенти. Это наебалово, ты бы все равно сюда. Ты бы не стала, блин, голосовать за то, чтобы я пошел за пистолетом. В смысле, откуда? А, это лодка, которая там стояла. Да. А что ты подобрал? Это какой-то баллончик? Это либо был баллончик, или сигналка. Пусковой трос. Блять. Вот. Сука. Ну давай же. Ты баба-то дергает, блядь. Видел, рядом стоит. Пёсель, давай. Эй, Кони. Привет, мальчик. Сюда. Скорей. Пёсель поможет. Давайте. Я из-за тебя умерла, так что... Погладим пёсика. В этот момент, когда может, она побыстрее уже дергать, блять, начнет. Ну, что за ебанать? Сейчас он вот этой вот хуйней. Нырнул! Мы все там? Так, главное, я думаю, он держится. Сейчас он, короче, потом о глубоководных, блин. Да он, блядь, ёбнул типа этим. Держится, блядь, топором за лодку, наверное. Нихуя, ну это фейк, блядь, то, что все закончилось. Да их он явно не один. Да. А я думаю, что все-таки уже, наверное, один раз он все время там с этим топором был. Но наверняка он не это. Короче, внизу, блядь, за лодкой летит. Как этот. Как миссия невыполнима, блядь. Это все? Помните, дальше нам еще надо спрыгнуть, чтобы не въебаться. Да, слава богу. А не въебаться мы почему должны? Потому что должны какая-то хуйня произойти. То есть, блядь, ну значит, он нас догонит на лодке, раз он не выбрал. Я просто рада, что жива. А, в смысле? О, господи! Я тут кровь! Боже, я даже не поняла! Опа! Не расслабляйтесь! А, окей, Вика выпала. Держись! Предлагаю просто всем спрыгнуть. Ёсель! Дело у них быстро. О, а, нет. Все, понятно. Ильяс? А, я понял. Ну, надо его оставить там. Господь, нифига нет, ты! Он ёбнул, все ёбнут с лодки. Да. Всем нужно повспрыгивать с лодки. Мне не сказали перебрать, но. Блядь! Да блядь! Да я знаю, что сейчас будет. Давай. Спасти Кейт или спрыгнуть самому? Давай. Вот. Нет, скорее всего, просто... Кейт сама тоже спрыгнет. Просто я надеюсь, QTE. Да, я просто прожимай QTE. Просто прожимай QTE, да, ничего не надо. Вот. Маску снял. Лысик. А, тут вторая. Что это? Круг.
Тебя сейчас... Меня убьют. Не-не-не. Кейт! Бля! Кот! Кот! Кот, может, ты сам? Нет, просто спрыгни. Нет, нет! Да ты чё? Нет! Спасай! Давай, спрыгни. Нет! Просто спрыгни. Делай выбор. Нет! Нет, давай сам. Просто... Не, он спрыгнет просто, решай, давай, делай. В смысле, делай. Что решать, давай? Да он выберет так, чтобы ты спрыгнула. Это все, что он выберет, если ты ему дашь сейчас управление. Да. Сейчас сделай выбор. Все хорошо. Я хочу. Все хорошо. Вы что, охуели, что ли? Да. Послушай. Давай. Это твой персонаж, давай, спрыгни. Если что, я буду тебя спасать. Давай. Хорошо, если ты спрыгнешь, ты сразу выживешь, если не спрыгнешь, мы, возможно, спасемся, может, не спасемся, хуй знает, не переживай. Вы спасетесь оба, если ты его спасешь. Вы оба спасетесь. Ладно, все, фу, поехали. Правым сиком, да. Нет! Давай, вот красная, красная должна быть, давай. Кай, молодец, и сейчас, сейчас все будет хорошо. Меня спасла вот. Сейчас. Сергей. Получилось! Солнце, давай! Нихуя не получилось! Но у тебя получится! Я понял, всю игру как бы! Я не играл, чтобы сыграть последнюю сцену, да? Вообще нет! Давай! Хорош. Вот, видишь, да, видишь. А это перечный волос. Да. Жах его. Его. Налево. Кайф. Он охуел. Да, блядь. Цедули. А что, в смысле? Ой, она здесь. Идрилос. Надо спрыгнуть, что слокер она взорвёт. Да. Прыгайте, слоки, блядь, пожалуйста. Кайф. Кайф. И как мы отсюда будем выбираться теперь? Мне похую, я не сдох, блядь. Абсолютно похуй. Мне нравится, как мы просто с Викой съебали в самом начале. А смотрите, а если бы мы убили собаку, то есть, получается, в какой-то момент просто были бы сложные QTE. Да. Собака помогла. А собака жива осталась. Жива осталась. Маска только, кстати. Ну, хуй знает. Кстати, получилось даже лучше. Собака жива. Собаку поменяли нигершу на собаку. Кто-то должен был умереть, если бы все выжили, хуйня какая-то была. Все мы такие, нахуй, нет. Да не, вообще все нормально, по-моему. Я даже не напрягся. Сейчас их чисто все разбивает машина. Вот сейчас. Блять. Они еще так встали, пиздец, ты что, ебанутые. Серега на всякий случай ожидал. Я смотрю, а они стоят прямо посреди дороги. Руками своими размахивают, как ненормальные. Откуда вы ехали? Форт Уэйн. Я в дороге, считаю, уже с 3 утра. Рановато. Ну, я хотел добраться в порт к 8. Щеколка! Посмотрите, какое щеколка! А могла бы там сидеть Джейми? Слышите, нам дали лучшую концовку. Ну, нормально, что? Собака заменила Джейми. Чисто выебала сейчас просто. Посмотрю-ка я эту студию в Бруклине. Может и выйдет чего. Может, так вы поебетесь? Вы что, вас зря спасали? Отличное время начать все заново. Да. Ну, расскажи потом, как пойдет. Только если забыл. Сможешь обойтись без непрошенных советов. Ну, смотрите, до 12 закончили. Я когда посмотрел, что один с времени, думаю, ладно, не буду говорить ребятам, вдруг они не знают. Что нам расскажут, что это за хуйня-то была? Сейчас, ну, типа, да. Я думаю, там уже в конце было. Опять будут во время титров, вот эта херня. А это было Коль. А, ну, бабы ее нет, она страдает. Да, ну, бля, сорян, зато собаку спасли. Ну, не так уж много они пробыли вместе. Не, ну нам дали лучшая концовка, значит, наверное, одна из лучших. Угу. Мы типа одну только там есть ачивка, все выжили. А, угу. Понятно.
Типа, лучше концовка может быть не совсем неживущая. Курить будешь, друг? Бля, вот его я бросил. Да. Да? Подождите, а почему? Хотя вы знаете. Я бросил. Мне не нравятся эти маленькие зажигалки, да, эти божественные. Дед просто с обожженным ебалом и жопой. Я тут покурил уже. Знатный кальянчик. Блин, какое вообще великолепие. С машинами у меня просто пиздец. Там вот колеса в земле просто. Надо на PlayStation 5 посмотреть, как оно прорисовано. Ну, я думаю, чуть получше, но, блин, они не поменяют модельки. Да я думаю, там, да, вот эти все коллизии, когда там пятка этой туфли в землю ушла, наверное, все сохранено. Пояснений-то загрузят нам каких-то? То есть реально, первая подсказка была из самого конца? Да, да, первая подсказка, самый конец, просто финал. Ты запомнил. Спасибо, что мы посмотрели в конце. Это же рассказчик. Смотрите. Герман. Мандей, Маджет. Ховард. Генри Ховард. Холмс. А это он вычеркивает всех, кто был во всех эпизодах. Да. В синтологии. Вот это вот четвертый. А, ну так этих, подожди, пять получается, этих визиточек-то и было. Да? А, может быть, пять визиток, типа пять частей. Ну, частей-то еще четыре. Ну, пятая же будет. Типа, можем спойлер. Это второй сезон. Типа, это вот был первый сезон, там будет второй сезон. А, это уже последний. Опа, что происходит? Ой-ой-ой. Конец сезона. Коль, я плохо справился. Челика заменят сейчас? Там пришельцы? Пёсель такой. Блин, это Винтик. Помнишь меня? Сейчас за него надо будет кто-то ее прожимать. Выглядит так, как будто его сделали в первую, еще в первый раз. Это вы? Ро. Всему на свете приходит конец. Но какой конец ждал наших героев? Большинство выжило, но все же кому-то не повезло. Но кто защитил собаку? Что ж, мы скорбим. Ну нет, всей души. Джейми, штапсель выдернут и свет погас. Сомневаюсь, что в этот раз поменять пробки как-то поможет. Без электрика живем. А что насчет выживших? Изменил ли их этот опыт? У Кейт был секрет. Ее травмировало событие, случившееся в прошлом. Но она бросила вызов тому, чего так сильно боялась, и выжила. Не, они типа разошлись с мужиком. Марк. Перестал ждать, пока другие скажут ему, что делать. Начал сам выбирать свой путь в мире. Это было в одном предложении. События, которые я травмировал в прошлом, это баба. Да, да, которые убили из-за того, что она проспала. А, видимо, и я перестал всеми командовать и считать, что я такой умный и клевый, да? И Чарли, наконец, понял, что быть лидером — это не просто раздавать приказы. Нужно доверять другим и пускать их вперед в нужный момент. Какая... Интересная мысль. На самом деле жизнь Чарли зависела просто от того, пущу я его с Эрен или нет. Я разберусь. На самом деле, если бы мы не вместе пошли, бы там, скорее всего, были бы отдельные. Можете найти выход. Было, как всегда, познавательно. Уверен, мы еще встретимся. В будущем. А будущее имеется в виду будущее. Не в следующей части? А, это что за херня? Модерка какая-то. Бля, я жду объяснений. Вот сейчас будет, наверное. Сейчас он вылезет. Блядь. Знаешь, что-то маска мне напоминает? Каркозу. Там был этот... Он же не умер полноценно. Да. Мне напоминает призрак оперы. Что думаете? Умер он или нет? Его... Что-то хуй знает. Хотя нет, но его хуйнуло в грудь и запихнуло. Его прям хуйнуло в грудь. Типа намотало на винт и... Сейчас кто-то поднимет маску, да? Да. Короче, его дело продолжилось. Блядь. Пиздец. Но это, видимо, не он, может, какой-нибудь подражатель. Как развивались события, до сих пор остается неясным. Какая-то нам известно только, что около 7:30 утра водитель грузовика остановился, чтобы оказать помощь. Он вызвал полицию, которая быстро прибыла на место. Пострадавшие были частью съемочной группы. Лонит Энтертеймент – команда, известная по сериалу «Архитекторы убийств». Охренеть. Похоже, они слишком близко познакомились со своим материалом. И выжить, какая боюсь, удалось не всем.
К счастью, для уцелевших кошмар закончен. Это чума. Помните, как мой видос завирусился? Да тут забудешь. Ты же постоянно напоминаешь. Что? Ага. За количество просмотров я выиграла приз. И что за приз? Поездка. Поездка на частный остров. На пятерых. А, это они. Вот это круто. В петлю все закинули. Мистер Дюмет сказал, что за нами приедет лимузин. Это персонажи из Мэн оф Мэна? Круто. Нет, что тот это? Чел выжил, и теперь вот этот новый особняк. Я думал, что курорт The Man of Medan, и они нет, попали. Нет, но... И вон чел стоит в маске, в окне. Ебать. Пизда вам, ребят. Удачки. Пизда вам. И это лучшая концовка. Да? Нихуя не понял, и что-то как-то даже не знаю. Серьезно, и так и не расскажут, это нормально. Ну типа догадывайся сам, чё. Чё? Да не, бля, я надеюсь, сейчас расскажу. О. Опа. Это опера под конец, да? Нет, это просто титры такие. Это просто титры оформлены. Может, в конце титров скажут? Ну, ладно, у нас будет. У нас будет сейчас опять 15 минут попиздеть и поделиться своим мнением. Если нам ничего не объяснят, то это, блядь, пиздец. Короче, было у семьи два ребенка любимых и один нелюбимый. Отец, видимо, бросил, уехал, или хуй знает, что там с ним случилось. Да? И она последнего ребенка пиздец как не любила. Этот последний ребенок... Подожди, стой, там было два брата и сестра. Да, но брат был последним, третий, нелюбимым ребенком, который почему-то мужа уже не было, и рожать пришлось. Настолько нелюбимым, что его даже в... типа, принесли регистрировать, принесла не мать, а эти, бабка с деткой, да. Вот. Этого ребенка пиздец мать дома не любила, не докармливала, пиздила, сильно держала на цепи. Естественно, вырос он поехавшим к хуям собачьим. Вот. Но при всем при этом, из-за того, что его так пиздили, он хотел за справедливость быть и пошел работать в ФБР. Стал спецагентом, искал маньяков. Ненавидел мать, потому что она была маньячелой, и искал маньяков. Но один маньяк его довел до синего коленя, и он ему пизды дал. И маньяк говорит, видишь, как круто, типа, ты чувствуешь вот это все, типа, голыми руками ты еще приятней. И тут у него вообще кукуха поехала в пизду, потому что, типа, он реально ощутил вот этот прилив, и, видимо, у него там какая-то вообще биполярка полностью ебанула, потому что остался агент ФБР, который пытался всех спасти, и видно, он реально периодически просто не давал им умереть ни в какую. То есть он прям реально пытался даже спасти их, спасал. То есть, да, давал, удерживал, да, удерживал, давал ингалятор. А периодически, да, вообще без вариантов, просто no exception, ну, блядь, типа, он ей ебанул топором по голове вместо собаки. Вот. И кажется, что у него вот эта биполярка по полной там хуячила. Да, то есть, мать он потом выкопал, вставил ей вот эту вот хуйню, и как бы с этого, скорее всего, вообще его вот это аниматорное искусство и началось. А так его, да, то есть его спалили когда-то давно, то, что он у себя дома начал вот этим заниматься, когда еще всего 4 убийства было, и у него понеслось дальше. Бля, слишком... С 90, причем, 2-го года, а уже там в 17-м, видимо, как-то там где-то он бабок намутил и купил вот этот, типа, частный остров. И на частном острове там тоже бригаду всю перепиздил, и вообще там всему пизда пришла. А чуваков этих просто зазвал через вот того мужика с ребенком, причем мужика с ребенком очевидно, что он упиздил. А причем тут Холмс просто так, типа, вдохновение? А Холмс, типа, да. Типа, а чё, а вот этот мужик с ребенком, это все-таки кто был? Это был строитель? Нет, это был чувак, который писал про убийцах, писал, да. О таких убийствах, и он тоже каким-то образом попал. Да. Ну, то есть он их с семьей пригласил, хорошо. И да. А его жена не хотела с ним ехать, и с ребенком тоже не хотела ехать, насколько я поняла. Да, и он говорил, типа, что вот, ты вообще, типа, это вообще-то у нас же был отпуск, а он хотел как раз пописать, и поэтому он с этим чуваком больше пиздел вообще, типа, да, чем проводил времени. А жена проводила время с ребенком, с которым не хотела проводить время. И такая, какого хера? Нет. Это не та, это другая жена. Другая. Жена хотела с ребенком проводить время, все нормально, но там был журнал. Там была девочка. Там был журнал, в котором было написано, что жена, типа, иногда там уходит в ванную потусить, так, типа, как-то ее можно закрыть. А с девочкой все как бы нормально было. Девочка ни в чем была не виновата, хуй знает вообще она. Видимо, это другого ребенка. Да. Нет, дети, да, это разные типа вещи. Это раз вы спросили про чувака изначала, то я вам вот рассказываю, как он туда вообще попал. Он попал туда, потому что ему хотелось. Он писал статью про чувака, которого вот этот спецагент завалил. И у него были записи интервью, да, и поэтому он слушал, и тогда прям типа запись этих 4 кассет с интервью, он как бы и услышал. Вот, и получается, что у этого агента ФБР биполярка,
И он вот так вот типа убивает, не убивает, но некоторые решения... Мне вот все-таки реально до конца я не понимаю, почему он убил бабу, ну, Дженни. Типа, почему... Ну, или типа... Ну ладно, хотя вроде в принципе укладывается. То есть у него там опять этот сдвиг. Но как вот этот сдвиг происходил? Потому что... Ну да, потому что. Потому что. Да, потому что. Вот. Но... Я все еще не понимаю, если бы она убила собаку, ну не может собака, даже умирая, не издавать никаких звуков. Ну а да, может быть, плюсую. Это было без вариантов? Ну а может хорошо перерезала горло прямо сразу. Слушайте, ну, типа, предлагаю сейчас титры как закончатся, попробовать просто эту сцену, если она там начнется сразу. О, там далеко, не получится. Далеко? Это я думаю тебе нужно еще там. Ты уверен? А там нужно пройти, получается? Там же было, там же можно не заходить за сараем. Ну давай, я просто, вот это сейчас скипну. Ну давай. А там если... нельзя, можно не идти же к сараю, там как раз начинается с уровня, да. С того, что вы вдвоем... Подождите, спойлер. А это следующее, да? Да. Я просто увидел. Не Немезида. На самом деле я такой сижу, такой, что за хуйня? Так Quake 4 начинается? Или что там, или Doom 3? Не помню, что там начиналось с этого, со Space Marine. Space. Я так дешево выглядит. Им надо... Сделать перерыв на годик с ними, потому что очень херово. И перейти полностью всем, на всех. Всем нравится играть в этот в кино интерактивное, но, блядь, сделать. Ну не такое говёное, да. Не, я думаю, Директива на PlayStation 5 оно нормально на PS5, если что. Это просто, ну, уже старое, как бы, железо, они не хотят под него. Вот, сезон нет. Второй? Да не, мне кажется. Что-то поведение игрока первый акт. Кардиолог, охотник, дальнобойщик. Это потому, что я много бегал, да. У меня игры-то, блядь, не было. А кардиолог почему? Ты просто... Прожал 5 куты. Это первый акт. Подождите, там было написано первый акт. А что, это все? Мне вот интересно, его раньше показывало между актами. Да. А что, тут только один акт? Я не знаю. По-моему, они проебались где-то. Да, кажется, что они проебались, это после каждого акта должно было показываться. Да. Сейчас нам все выдадут. По-моему, это баг. Ну, сейчас посмотрим. Ну, нам скажут, если что, в комментах. Баг это или не баг. Пишите в комментах. Подписывайтесь. И сейчас, короче, ставьте лайки. Все послушали такие твою теорию, такой, блядь, все было не так, смотри. Вот такая история в игре. Ты к ней посмотри. Так, это где? А где это? Бля, мне кажется, мы охуели. Не играйте в одиночку. Ну давай посмотрим, просто вдруг рядышком. Ищи тогда ты. Не играйте киновечеринка. Там же можно выбрать, да? Я не знаю. Ну, там где-то был прям. В прошлый раз, да, мы могли. Мы с тобой тут же, да, мы же переиграли прям за 5 минут, типа, в финал. Посмотреть просто, что там, типа, было. Загрузить. Выбор сцены. А, вот выбор. Выбор сцены, точно. Ох. Ну, находите. Сцен вон да ебинич просто. Стопудово там есть прям супер рядышком. Ферма, да, она называется? Да, ферма, да, ферма. Ну да, до я, маяка. До маяка. Перекидывать путаехи, перекидывайте сами. Давай, ферма. Это я буду. Да просто. Что за митю хотите? Новая ячейка. Сам нужно все проходить. Да мы сейчас посмотрим. Да, давай просто посмотрим. Просто пробегите по этим и все. Ничего не собираю. А как там Вика, кстати, играет? Да. Да какая разница? Ну просто. Пускай сама проживает купить. Я в конце прожал все прожал. И Катя прожала. Катя прожала все. Катя просто вот, и прицелилась, и попала. Да, Катюха, реально, я не хочу. Всю, короче, дорогу не прицеливалась вообще, и да, в конце прицеливается, такая, и дает ему пизду, и просто как надо. На, ты мой снайпер. Чтоб пиздов давали отлично. Бой, появилась мотивация. Как тебе было плавать, пока они пиздов давали? Так, вода, водичка прям... Это вообще, это такой читер. Я такой, знаешь, мужик с топором, я поплыл. До свидания. Нас выкинуло. Да, да. Особенно пёсили. Нас выкинула кнопка X. Слушай, тогда же у тебя же ты вообще, по-моему, отложила геймпад, когда там путаехи начались, нет? Там же новая сцена была, типа. Не-не-не-не-не. Нет, вроде нет. Ты в последний момент, я помню, прожала. Ну что-то было. PlayStation я просто... Да, кто-то, да, нет, нажал на кнопку, я, как последний я расслабилась, да, а потом вот какая-то музыка, и я начала нажимать квадрат. Да. И смотрю там квадрат, и такая, нихуя! Лойка такая, Unreal Engine 5 с кастомного левела? Ты чё, сука? Ненавижу. Давайте чуть тише, а то соседи охуеют. О, Викентий вошёл. Очень хорошо слышно. Викентий, погоди. Ну, типа, не шёпотом, но, типа... Да, ладно. Извините, мы тоже...
Ну просто... Вот, смотри, прям вообще рядом. Сейчас просто направо. И все точно то же самое выглядит, кроме самого финала, когда он с собакой. Ну, блядь. Вы собаку по-серьезки или куда делась Эрин? Ей тогда... Мы решили идти к маяку. Там был выбор. Она это знает. Отсоединить его. Ну вот что, ты просто хочешь отсоединить. Смотрите. То есть выбрать другое. Или убить собаку. Что мы хотим посмотреть? Мы хотим посмотреть, заскулит она? Момент еще важный. У тебя здесь сейчас есть отвертка. Да. Надо ее проверить или нет? Не надо. Иди с отверткой. Ну да, скорее всего, типа вместо розочки я могу взять, наверное, отвертку свою. Смотри сама, я не знаю. Можно попробовать ничего не делать с собакой, посмотреть, что будет. Не надо метаться. Вот. Я так понимаю, что благодаря тому, что ее спасли, она в конце нам помогла. Она его за руку там схватила, вот это все. И поэтому у первых двух или скольки там ПТЕшек было меньше. Вот. Но, типа, пофиг уже, как она там в конце сраляет, не сраляет. Интересно просто посмотреть вообще. Ну, давай попробуем ее убить. И посмотрим. Хотя бы вот эту логику, что, типа, если ее убить, то он все равно придет, что-то будет или нет. И в конце концов, ты сейчас, если быстро добежишь, то можно два раза убить. О. Я что-то нашла. Калифорния. Фрэнсис Морелло. Водительская Морелло Фрэнсис. А что вы смотрите, зачем? Это что-то новое просто. Да это права мужика, это значит, да. Тут тоже бегают. Да похер, идите до выбора. Да понятно, я просто сюда залезла и вот. А что ты сюда залезла? Просто я сюда не залазила. И я все-таки. А что ты пешком пойдешь? Да, я бегу, успокойся, все. Короче, мы также освобождаем собаку, но режем ее, да? Что мы хотим посмотреть? Ну давайте попробуем. Я предлагаю прирезать. Давайте попробуем. Ну, скорее всего, они убегут вдвоем тогда, да. Ну тогда, блядь, придет сюда Я думала, снаружи будет. Да нет, просто хотя бы с собакой, да. С финалом похуй, потом на ютубе. Может, и выберем вариант, который, типа, собака, вот другой вариант. Ну, типа сказать, бежать. Ладно, давай прирежем сейчас пса. Посмотрим, что произойдет. Сразу загрузимся и не будем ничего делать с собакой. Так же Вика, которая, блядь, уже отыграла игру за двух персонажей, и это будет разрубать ПТЕшки и в третий раз. Ну тут очень быстро это все, типа. Тут реально он добежает сколько будет. Бля, ну собаку пиздец жалко, так не хочется. Да, нет. Я ее, наверное, сейчас это. Бля. Ну да, она просто застряла. Блядь. Чё, освобождать? Давай попробуем зарезать, посмотрим, просто зарезать. Убьёт или нет. Да. И перезагрузишься еще, не будешь ничего хорошо, с ним делать. Хорошо, помоги мне. Помоги. А может он будет просто угрожать собаке, и собака-то заткнётся? Не будет собака затыкаться, если ей угрожать. Угрожать. Что-то мне кажется, что у них реально не сработает. Ну да, просто интересно вот эта вообще логика, что типа, вот она взяла розочку и чё, реально собака просто сдохнет, не рычая, он уйдёт? Ну, блин, простите меня, все любители собак, я сама так быть сейчас не хочу. Я тебя не трону. Пиздишь! Ты ничего не знаешь, насколько ты ошибаешься. Мы не могли просто отпустить собаку? Видимо, нет. Ну, отпусти. Видимо, прячься, а она отпустит собаку, и та убежит. А потом... Блин, мне кажется, все-таки она ее освободит, и собака просто убежит. Они не будут ее брать с собой. Блин, надо было, наверное, так... Сейчас попробуем. Ну, что, мы два варианта попробуем? Да. Мы не будем же до конца доигрывать. Да, конечно. Все, достал нож. Блин, нож режь. Прости меня, конь. У нее снизу лицо поедет. Конь, блядь. Горло. Что там, R2? Можно, да. Прости. Мы просто знаем, что будет, если бы ты не заколола. Ну и все, он ушел. Реально он просто уходит. Да? Ну, типа, он ничего не увидел. Ебать, какая тупая хуйня. Просто пиздец, блядь. То есть, там рычала собака, потом заскулил. Ну ладно, я пойду. Ну понятно, если ты прирежешь собаку, то в конце она не прибежит, будет сложнее с лодки съебать. Бля, я ненавижу такие сцены. Я сейчас заплачу. Я понимаю, что мы ее спасли. Ну, ее спасли вообще. Ну, все понятно. Там потом сейчас дальше просто запустится. Типа так же, как вот когда типа тебя убили. Там... Ну нет, смотри, она сейчас не убегает. Я так и не понял, вот она там типа пошли. Пробежала мне по какой-то растяжке. И что она? Ну тут... сейчас пойдут и на растяжку тоже наступят, да, наверняка. Да. Там просто указали, куда они, видимо, пошли. А, чтобы она знала, куда идти. Ну, то та же самая, я тоже двое пробежал. Окей.
Все, можешь загружаться уже. Сейчас все равно следующий левел начнет грузиться. Так, что там надо сделать? Это надо было чуть раньше, чтобы не ждать загрузки. Ну ладно. Сцена-то супер короткая вообще говоря. Ну, по сути, только вот типа выбрать нигерша, собака или то и то, наверное. Сергей. Не, ну, бля, давай. Да не, да, просто это. Вернуться в главную мину, я думаю, надо. Назад? А. Как же она долго грузится? Капец. PlayStation говорит, я умираю. Ребят. В общем, я пошла гуглить, ребят. Чё гуглить? Кого? А, ну, гугли, ну гугли. Типа смысл. Смысл. А, да не. Жизни. Нет, нет. А, гуглить историю. Историю, что случилось? Да, давай. А ты что думала? Я думала, гуглить, что будет дальше. Я такая думаю, зачем? Завтра будет понедельник. А после завтра? Так, что там у нас? Не надо. Не играйте в одиночку, киновечеринка. Выбор там, самый нижний. Ям быстро ходит, конечно. Просто бежит как. Как это чужой. Так, выбор сцены. Третья или четвертая с конца. Ферм или как ферма? А ты все-таки будешь переигрывать еще раз? Мы посмотрим, да, выбор. Новая ячейка. Да, используйте мой жесткий диск, используйте. Охо! Там эти несколько там десятков мегабайт, конечно. О, да, знаешь, времена отца русской демократии. Времена PlayStation 1, когда у тебя было там, насколько, на 32 мегабайта. А времена, да, времена, когда этот 640 килобайт хватит съем. Кот смог найти место. Блять, как обидно, конечно, спойлерсы. Ты убейте Кейт, спойлер. Да это не важно, мы бы все равно выбрали. Ну да, скорее да. Всего, я бы все равно орал про то, что типа оставьте бабу, ты уже Эрин. Мы все рассудили прямо перед этим, кого спасать лучше. Ну, в смысле, мне было грустно, что я знал. А если выбрать Кейт, то просто ну, умирает Эрин и все. Да, совсем пам с концами. Окей. Тоже, вот тоже тупой выбор. Причем, судя по всему, там еще какие-то будут приколы дальше. Потому что она же тоже Эрин потом помогала. Ну, там, скорее всего, как-то переиграли. Ну да. Мне нравится тип таких игр, ну, блядь, вот он как они его делают. Да, я знаю, это просто пиздец, аккуратно. Он такой, о, мячка. Так, я пойду пока что ничего перейду. Как тут загрузки-то, пока ты бежит. О, нормально. Беги. Беги, Вика. Беги. Я так и не понял, где потерялась Эрин. Там какая-то, ну, склон один, вроде катится в одно место. Может быть, она там зажужжилась. Куда делась Эрин? Мы решили идти к маяку. Она это знает. Ладно. Тоже странно. И откуда она в итоге взялась, что я забыл? А она сошлась у дома вместе с Марком. Просто догнала. Ну, она просто пришла к маяку, да. Кайф. Где же Эрин? Она крепче, чем ты думаешь. Вдруг она ранена? Не надо метаться. Так мы сделаем только хуже. Действуем по плану. А если она не сможет по плану? Предыдущая часть вообще была изи. О, Виндиго, погнали, хер, свисти. Они проснулись, они прилетели из космоса, до свидания. Надо выжить. До рассвета. Я думала, снаружи будет не так страшно. Мы выжили, вообще-то. Ого. Слышала? Мы так... Серёжа? Что-то такое? Так нахуярили по самым... Мы же в лесу. И сейчас обеих убивают. Слышишь? Я пару. Вроде... Это реально другие штаны? Кто-то сколько? Нет. Это... Почтанники. Может быть, сейчас поделись. Куда он высрался, вообще непонятно. Ну, он, видишь, показали, как он за нами следит. Вот, мне кажется, в конце что сцены. Он просто... Он его убьет, пёсик сам. Тревога. Прячься. Это же его пёсик, по-моему.
А, это его пёсель, поэтому он решил убивать не пёсель. Хотя какая разница. Чей-то ещё пёсель можно? А, то есть ты всё равно пёсель. А зачем? Я а, ты прячешься? Кейт спрячется. А, можно было вообще ничего типа ещё не говорить. А и теперь поможет, скорее всего, Кейт. Ну, если будет переключение на Кейт, сама пройди. Тише, мальчик. Я тебя не трону. И, возможно, вместо того, чтобы... Блин, мне кажется, здесь тоже развилка какая-то. А, нет, сейчас давайте посмотрим. Может сейчас, быть, Кейт сейчас... поможет не ударить. Потому что там, помните, прогрузка была, он потом ёбнул на это. Так, мне сейчас, я сейчас не буду бить ударяй, собаку, да. Сейчас не ударяй. А если ударишь, то будет точно то же самое. Да, да. Скорее всего. Но. Как долго времени дают подумать? Но как? Сейчас придет Кейт. Ладно, посмотрим. Да. Придет? Придет. Должна. Она же услышала, что собака гавкает, значит, то, что нужно помочь. Это совсем, совсем тупо было. Нет! Да, капец! И, блин, серьезно. Это очень тупо было. Ну это, да. Это правда, это самая тупая хуйня. Ну типа ты никак не угадаешь. Да. Ты иди прячься, и чё? Это было нелогично. Прячься. Когда, иди прячься, я был уверен на 100%, что пса они так и оставят. Да, да. А она его за собой, блядь, потащила. А она его вообще спокойно сама с собой потащила. А зачем просить было, помоги, если ты сама сейчас, могла? Тихо. Сейчас надо прожимать, что ли? Нет, он просто нет, ушел. Нет, он просто ушел. Ну да и похер. Я их найду. Ну и хуятина, конечно. Я что-то не помню, что в предыдущей части были такие вопросы. Такого не было. Ну, типа, то есть и собаку нет, спасли, там было, и там, конечно, остались. Были такие, ну, типа, развилочные, вся вот эта хуйня, но там хотя бы логично было, да что типа... Да не, есть... не были нелогичные. Ну уж не настолько ебанутый. Ну, самое главное, мы в конце дом подержали и захуярили всех виндиков. Да. Это вообще было кайфово. С этого момента хочется пройти дальше, конечно, но я, может, мы не сможем. Нет, я про вас ничего не говорю. Все, погнали. Все, погнали. Да. Не, ну это было лучше, чем The Quarry, но хуже, чем предыдущий, так сказать, честно считаю. Да, да. Плюс. Короче, это вот была Катя, которая ушла, это был Сережа, который сейчас уйдет, это была Вика, это был я, и мы прошли это. Который тоже сейчас уйдет. Да. Это было вроде как нормально. Нормально. И у нас на был кот. Короче, следующий Dark Pictures, видимо, ребят, первые вот эти вот моменты мы просто быстренько проходим, а там начнется. Можете проходить там второй сезон, знаешь, а как смотри, первый сезон сериала, такая хуйня какая-то, финал, не будем смотреть второй. Все, бля, конец. У них же охуенно предыдущая часть получилась, которая в Ираке-то была. Ну да. Вообще классно, мне вот так понравилось, блин. А еще мне здесь не понравилось то, что здесь вот чисто, ну, типа триллеры и все, тут нет никакой фантастики. А там же в основном везде фантастика. Блин, такое нормально. То есть у них первый же и был вообще полностью только триллер с интересным типа подоплекой. Здесь тоже только триллер с интересной подоплекой. Хотя, блядь, The Devil in Me ощущение такое, что должно быть. Ну, смотри, типа, там мистика, хуй. Фантастика все равно была в первой части, типа в Man of Medan, все равно что-то типа мистика была какая-то. Ну да. А здесь вообще никакой мистики. Ну да. Просто чел. Просто маньяк. Чел-маньяк. А ну а предыдущие это были просто Виндиго, без всяких, как бы, других наработок. Так что они решили, видимо... Не, там же не просто Виндиго были. Просто там, Виндиго? А там эти, которые фараоновские, вот эти все штуки. Это все Виндиго. Это они Виндиго поклонялись, да. Там с самого начала, да. А, вопрос. Почему В такая? Он же не архитектор, не строитель. Это ножницы. Те самые, которые мы ожидали. Это не ножницы, это циркуль, блин. А, ну или циркуль. Или не циркуль, а как эта штука называется, которая отмеряет расстояние вот это вот на картах обычно? Циркуль? Нет, циркуль он рисует. Подожди, а штангенциркуль? Это другое, это линейка такая. А, да. Я не помню, как эта хуйня называется, структура подрешника. Ну это она. Ну хорошо. Ну хорошо, он же... Ну просто почему, да, мне просто интересно. Он же строитель. Он строит из себя всякое говно. Пойми что. Да. В общем, да, я не знаю, сколько это вышло, я покороче сделал, так но... мы сели. Здесь, я скажу, 9 часов 45 минут.
А, ну 9 часов. Ну мы там еще жрали... Да, мы там где-то часа 2,5, это просто ржали и пиздели. На самом деле мы часов 8 уложились. Да. Это хорошо, хорошо, что на нас начал подгонять, а то мы реально, блядь, 1000 лет бы там... Я посмотрю уже время, думаю, блядь, мы еще далеко не прошли. Я же понимаю, что нужно попасть в этот гребаный дом, но там же говорит, что в доме все будет. А типа мы еще не в доме... Ну, что за... С другой стороны, у нас я не заметил особо багов. Ну вот кроме... Да. Кроме, ну каких-то маленьких, работает, да. Движка, FPS, вот этого говна всего, ну и там, блядь, ужасно долго загружающегося всякого говна. Багов прям особо-то и не было. Ну, то, что ты сказал, это просто технические ограничения уже было. Но мне пиздец как не понравился момент, где ты сидел, блядь, в ящике, мужик идет, смотрит, там, блядь, да, зажигалка, да. Говорит, такой, ну ладно, я пойду, раз там никто не заорал, то, наверное, там никого это нет. Это недоделка, типа, просто не модельку не поменяли, вот, не проработали. Ну, надо было, да, и надо было погасить, причем у тебя периодически видно, что, типа, у тебя там темень и щелочка света, периодически хуяк зажигалка горит. Забыли отключить. Ну, говорят, на ПК пипец, просто багов миллиард. Ну, мне просто говорили, что, мол, мы соблезнуем вам в воскресенье, но, типа, у нас ничего не будет. А чё, плойка же, она же уже пекарная архитектура. Там AMD-шный процесс просто. Ну, просто, понимаешь, на ПК, я это полагаю, сложно все это оптимизировать, а здесь, типа, норм можно протестировать. Так же туфля на 5-й минуте в земле торчащая. Ну, они на вот эту, скорее всего, версию делали, потом они... Ну, у нас есть PlayStation 5, мы для нее доделаем, а здесь, ну, как пойдет уже... Чтобы да, ПК-бояре пусть сами справляются, а, как да, обычно. А, да, они похуй на них. Ну, кстати, все предыдущие три части без налика они шли. Все. Да, справедливости ради было наоборот. То есть на плойке четвертый прям, ну, так, солидно пролагивало. На прошке, ну, типа, это, ну, подташнивало иногда там в некоторых местах, но получше было. А на пекарне вообще божественно было. А ты про что говоришь, какие игры? А, ну, вот в Man of Madden мы играли на плойке, получается, у тебя. Ага. Вот, а потом у себя на... Не-не, Man of Madden мы... У меня на ПК. На ПК разве? Да. А, я не помню. По-моему, у тебя на плойке играли. На плойке? Да. По-моему, на плойке. А, у меня на ПК-версия. Сейчас ну, у тебя, может, есть на ПК? У меня сейчас тоже есть на ПК-версия. Ее продавали потом со скидоном, с гигантским. А я бы не стал брать. Не, по-моему, мне эти давали Namco Bandai. Да, у меня на ПК. Я не знаю. Слушай, а может тогда просто была сырая версия? Но мы играли вот на пекарне, было прям вообще отлично. То есть к движку вопросов никаких вообще не было, все было хорошо оптимизировано. А может нам повезло просто. Мы причем играли-то даже не на ПК, а на ноуте игровом. Ну такой он типа с средней производительностью. Ну а здесь, видимо, они такие, да и похуй, не будем оптимизировать. Типа PlayStation 5 и все эти 50 миллиардов поколений. Короче, мы закончили. Так, все, подписывайтесь, ставьте лайки. Лайк, подписка, колокольчик, Boosty, YouTube. Бесплатно работает, меня промоутер. Промоутер. Все, пока. Пока.